профессиональные стилисты. Сегодня я предлагаю продолжить тему аксессуаров, поговорить про очки, имиджевые и медицинские. Видео под кодовым названием «Мартышка и очки». Ни для кого не секрет, что очки в современном мире уже перестали играть функцию только изменения и коррекции зрения. Сейчас очки — это вещь, которая рождает характер, вещь, которая обыгрывает ваш образ. Ну и в конечном счете вы наверняка знаете, что очки добавляют как минимум одно высшее образование. Так давайте разберемся, на что обращать внимание при выборе очков. Во-первых, очень важно обращать внимание на форму вашего лица. Я уже как-то снимала видео про очки солнцезащитные, суть точно такая же. Мы всегда идем от противного. Если у вас лицо очень округлое, широкое, то мы выбираем очки, которые будут более квадратной формы. То есть, если лицо круглое, очки квадратные. Если, наоборот, лицо более квадратное, то очки мы будем выбирать более скругленных форм. Есть некоторые формы, которые идут практически всем. Сегодня обязательно их покажу и расскажу о них. Конечно же, поговорим о тенденциях в оправах очков. На просторах YouTube мой фаворит в выборе очков — это Sony Есьман. Она всегда выбирает такие имиджевые очки, которые сейчас на пике популярности. Можете смело посмотреть ее видеоканал, и там вы найдете самые актуальные модели. Вот такая вот оправа — это аналог тех очков, которые носит Sony как раз. Это Vogue, то есть очки очень недорогие по своей стоимости, но при этом такие же эффекты по своей форме. Обратите внимание, что форма у этих очков, она и не круглая, и не квадратная. И вот такая вот форма, она на самом деле идет очень многим типам лица. Это такой сложный круг, он немножечко визуально вытянут наверх, чуть-чуть имитирует кошачий глаз. С другой стороны, чуть вытянут вниз, имитируя классические очки-капельки. Именно поэтому эта форма такая удачная, потому что она, по сути, очень многие типы лица в себе учитывает. Это первое. Второе, чем мне еще нравится, это оправа. Такие очки выполнены из металла, из тонкого плоского металла. Основная тенденция сейчас в медицинских и имиджевых очках заключается именно в том, что от роговых оправ, от пластиковых оправ, которые последние десятилетия были на пике популярности, сейчас от роговых и пластиковых оправ мы переходим на металл. И именно металл сейчас является самым основным трендом в производстве оправ. Вторая металлическая оправа, которую хочу вам показать, тоже в стиле Sony Есьман. Мне кажется, у нее точно такие же очки, только немножко в другой расцветке. Это Ray-Ban. Вот так вот они выглядят. Очень тоже красивая форма, легко очень смотрится на лице за счет вот этого металла. На самом деле вообще она абсолютно невесомая. И здесь форма очень похожа, сложная форма круга. Кругляши уже достаточно давно модные, но вот эта вот сложная форма, она, наверное, прижилась гораздо больше, потому что она больше подходит разным типам лиц. На все очки, которые сегодня показываю, обязательно дам ссылочку, они будут внизу под описанием группы, и там же вы сможете найти промокод на то, чтобы купить их со скидкой. Кстати говоря, себе тоже заказала недавно имиджевые очки, они пока еще изготавливаются, потому что я туда поставила линзы Blue Control, это линзы, которые позволяют работать за компьютером и позволяют работать с гаджетами. Я очень много сижу за компьютером, как вы понимаете, очень много сижу в айфоне. У меня хорошее зрение, но тем не менее, раз уж я решила носить имиджевые очки, я решила поставить туда специализированную линзу, которая будет мои глаза защищать. Вот, кстати говоря, я рекомендую в интернет-магазинах заказывать только саму оправу. Если вам нужны дополнительные линзы, даже если это нулевки и Blue Control, все равно лучше эти линзы поставить уже в непосредственно салоне оптики, потому что там очень много нюансов. Конечно же, онлайн заказать сами очки полностью готовы нельзя, можно заказать только оправу. Третья оправа, которую хочу вам показать, это тоже а-ля Sony Есьман, и эта оправа похожа на ту, в которой она в последнее время появляется в Инстаграме. Вот такая вот прозрачная оправа от Marc Jacobs. Прозрачная оправа — это, наверное, сейчас самая популярная из того, что есть. В данном случае оправа полностью пластиковая, но она абсолютно прозрачная, то есть она на лице смотрится очень легко. И кроме того, обратите внимание, здесь немножко вытянута линза в сторону виска, такая имитация кошечки, и такие очки, как правило, очень легко тоже смотрится почти на всех лицах, потому что за счет того, что они вытягивают наверх, лицо всегда как бы становится более легким и менее таким грузным. Кроме того, здесь есть еще один модный тренд – сочетание разных типов фактур. Прозрачный пластик, белый пластик и металл. И вот эти вот сочетания фактур – это тоже один из трендов.
Следующий вариант очков, очки в стиле Эвелины Хромченко. Я сразу чувствую себя просто в образе. На самом деле очки действительно очень сильно меняют как внутреннее наше настроение, так и внешний образ. И обратите внимание, что в каждых очках есть какое-то свое настроение. Поэтому, когда вы подбираете себе очки, ориентируйтесь не только на то, какая у вас форма лица и какое зрение вам нужно скорректировать, но еще ориентируйтесь на то, какое настроение эти очки задают. Вот очевидно, что очки в стиле Эвелины Хромченко, они делают образ таким строгим, очень эффектным. Я бы даже сказала, такой женщины-вамп. И даже на мне, хотя у меня внешность достаточно деликатная, смотрится так достаточно агрессивно. Вот в данном случае это Versace. Очень-очень модная оправа, красивый такой отделкой кристалл, и с одной стороны это все блестит, а с другой стороны, знаете, не сильно бросается в глаза, что мне, например, очень нравится. Такая вот оправа, конечно, она не сильно бюджетная, но выглядит очень эффектно. Обратите внимание, что такие очки всегда будут вашу внешность заглушать. Собственно, этот эффект и сделал Эвелину Хромченко Эвелиной Хромченко. То есть мы с вами узнаем ее именно потому, какие очки на ней. То есть очки в данном случае являются основой образа. Если вас это не смущает или вы хотите, наоборот, немножечко спрятаться за очками, то это очень хороший ход. Более бюджетный вариант подобной же оправы – это Марио Росси. Вот эти очки стоят совсем уже недорого. Они, пожалуй, чуть менее эффектные, но суть та же. То есть очки в черном пластике, немножко вытянутые наверх в виде кошечки. И вот такие очки, на самом деле, вы можете купить просто для настроения, если вам хочется менять образы каждый день. И стоимость такова, что эти очки могут быть такими эпизодическими гостями в вашем образе. Следующая модница, которая также очень часто появляется в соцсетях в очках, это Ксения Собчак. Я подобрала три оправы в стиле Ксении Собчак. Первая, которую хочу вам показать, это вот такая вот оправа от Dior. В данном случае это черная оправа, выполненная в металле. Внутри у нее такие золотые, очень красивые дужки. И вообще она смотрится достаточно дорого и статусно. Эффект тоже похож чем-то на эффект очков от Эвелины Хромченко, когда немножечко вытягиваются вверх к вискам краешки оправы. Но вот такая оправа, она, пожалуй, более актуальна и более современная именно за счет того, что здесь металл, и он такой плоский металл, то есть очки не выпуклые, а наоборот такие сплющенные немножко. Это хорошие статусные очки, хорошие марки, и что мне нравится, что здесь не написано Dior на всю вообще, на всю оправу, а очень аккуратненько здесь это указано. Ну, по таким очкам сразу видно, что хозяйка у них обладает очень хорошим вкусом. Второй вариант, тоже не самый бюджетный, но при этом очень-очень стильный, это Кристиан Лакруа. Вот такая вот синяя оправа, и очень красивые здесь дужки, посмотрите. Мне вот такие вот синие очки в стиле Ксении Собчак нравятся гораздо больше, потому что синий цвет, он более мягкий, на самом деле гораздо большему количеству людей подходит, нежели черный. Все-таки черный на многих лицах смотрится слишком агрессивно и слишком контрастно. Вот в данном случае очки чуть более мягкие, но при этом тоже достаточно эффектные. Марка Christian Lacroix – это, в принципе, марка, которая показывает, что у вас хороший вкус. Говорить о бюджетных вариантах подобных очков, вот у меня есть Эни Марко, это пластиковая оправа, уже более простая по своей форме,
Но здесь тоже очень красивый цвет оправы, он такой глубокий, насыщенный, фиолетовый, и плюс есть белый пластик. Это тоже достаточно актуальная такая тенденция. Очки, которые можно приобрести в качестве имиджевых абсолютно без потерь. Также на просторах Инстаграма я очень часто встречаю Полину Гагарину в имиджевых очках, причем в ее случае, пожалуй, это, наверное, действительно имиджевые очки, потому что если я не ошибаюсь, то со зрением у нее все в порядке. Чаще всего у нее можно встретить такие очки в роговой оправе с черепашьим принтом. Это, в общем-то, классика жанра, но она очень сейчас актуальна, и у нее как раз вариант с поднятыми кверху линзами. Вот в данном случае это у меня вариант от Prada. Очень красивые очки, стильные, статусные. Такая оправа с черепашьим принтом, она очень легко вписывается в практически любой гардероб. Ну и это такая, знаете, оправа в стиле современных интеллектуалов. Поэтому, если вам хочется создать такое настроение, то вот такая оправа будет, пожалуй, самым лучшим вариантом. Я бы сказала даже, что это такой осовремененный вариант очков в стиле Вуди Аллена. If I got it wrong, but you don't wanna be alone. Более бюджетный вариант таких же очков – это очки Лок. Тоже черепаший принт и тоже немного вытягивания к вискам. Got it all, babe. Save arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Save... Последние очки, которые хочу вам показать, тоже в стиле Полины Гагариной. Это очки от Max & Co. Вообще очень люблю этот бренд, это за их креатив. Вот в данном случае у меня очки сине-фиолетового цвета, очень красивые. Но одна дужка у них совершенно другого цвета, как раз с черепашьим принтом. Когда вы смотрите вот так вот прямо, в общем-то разница незаметна. Но когда вы начинаете вертеть головой, очевидно, что вот эта вот фишка, она добавляет модности. Бренд Max & Co. очень нравится, он всегда очень такой креативный и в то же время достаточно простой для понимания. Ну и одна из самых моих любимых представительниц женщин в очках – это Ирина Хакамада. Я всегда с удовольствием наблюдаю за ее образами, стильными, эффектными, при этом минималистичными, такими лаконичными, и мне всегда очень нравится. У нее в очках всегда присутствует стиль унисекс. Вот у меня вот такая вот оправа от Boss Orange в стиле Ирины Хакамады. Эта оправа, она такая в мужском стиле. Тоже дужки с черепашьим принтом, черная оправа, тоже чем-то напоминает Вуди Аллена. В данном случае ее можно отнести к разряду унисекс. Мы вот с мужем иногда носим аксессуары на двоих, я думаю, что такие очки мы бы тоже могли носить с ним на двоих. Здесь тоже очень классная форма, вот они не круглые и не квадратные, то есть это сложная форма круга, то есть одна из самых модных сейчас тенденций. И в принципе тоже такая оправа легко подойдет практически любому лицу и сделает образ очень сильным. Вторая оправа в стиле Ирины Хакамады – это оправа от Vogue, это бюджетный бренд. И здесь, обратите внимание, верхняя часть оправы, она более массивная, нежели нижняя. И это тоже одна из тенденций. Сейчас, в принципе, в бьюти-индустрии весь акцент всегда на брови и на ресницы. И, собственно, очки, тенденции в очках в этом смысле повторяют вот эту бьюти-тенденцию. То есть весь акцент идет вот на верхнюю часть оправы. Верхняя дуга может быть просто выделена цветом, либо может быть какое-то утолщение сверху, либо она может быть более такая спрямленная. Но в любом случае весь акцент как раз наверх. Последняя оправа моего любимого бренда Marc Jacobs.
это модные кругляши. Кругляши прям классические, в стиле Ирины Хакамады, немножко даже Гарри Поттера. Но у них есть одна особенность. Это такая акцентная верхняя часть. То же самое, да? Весь акцент идет на верхнюю часть оправы. Такие кругляши смотрятся очень стильно, модно, очень необычно, очень креативно. Они бывают, по-моему, не только в синем цвете, но еще и в других. Можете посмотреть, внизу будет ссылочка на все эти варианты. И заушники у них очень красивые, посмотрите. Ну что ж, какой вариант выбрать для себя, определите сами. Помните, что очки выполняют не только функцию коррекции зрения, но еще создают некоторые настроения. Мне еще нравится идея сейчас носить имиджевые очки. И, пожалуй, нам, блондинкам, немножечко высшего образования дополнительного не помешает. На этом у меня все. Промокод с моей скидкой 15% будет внизу в инфобоксе. А я вас целую, обнимаю, будьте модными, красивыми, будьте стильными и будьте собой в первую очередь. Пока-пока!